Не пульте, алло. Магенту 2 дайте. Не вижу маны мало. Ладно, пофиг. Я что-то поебался, походу, посмотри. Ебать, вы красавцы, говорю, не пульте, они, блядь, и куклу пьют, блядь, и... Вадикон, не лагаешь? Нормально? Ну, вроде нормально пока, а чё? Ну, будешь первый таунтить, я второй. Хорошо. И Слава третий потаунтить. Зеленого добиваем. Переводим профан. Перевели с дебафами, рассосали. Зеленые в метку. Уголок. О, зеленый не вышел, не вошел. Красный лопнет сейчас. О, все, упали. Красный дошел. До кого дошел-то? Красный лопнул, он поменял цель. Ну, понятно, но... Прирост к земле или что? Почему не убежали? Я не знаю, но он очень быстро привязался прям на мелкое ну, там каст, блядь, 3 секунды. Он встал, кастил, и ты его ну, разбегаете на каст, ну, я не знаю, хуй знает, клей на ботинках или что? Хрен знает. Куклу не сдиспелили. А кто у нас в кукле? А мазик второго плевка почему не было? Второго плевка почему не было? Он красного замедлил, зеленого замедлил. Там все нормально было. Зеленого не надо на переходке. Красного два раза, знаешь. А рога... Ай, в лужу зайди. Может он, ну, даже в дис не зашел. Ну это новенький, он в дис перезаходил, бля. Это, да, я на минуту чаек отошел налить, а тут вы этот спорили. Я подбежал, не успел ничего сделать. Это кто говорит? Меда. Ну. Мы там дорогу. У него приоритеты, наверное, поменялись. Где он там? Рыбку поставил. А здесь что лучше, сопрот пить? Да зачем сопрот? Понял. На перифазе плюешь только в рыжего, в зеленого не плюют. Ну кого там
Вархель, ауру смени. Она мне помешала бы счастливая аура. Шутка. Там инту, пристабав, пообновлять. Это будет стоять. Не пулить никому, куклу не пить, блядь. Так, так. А есть маговская жарачка? Он стоит, что? Ну, я вижу. У меня уже достаточно таких предметов. Рианти, садись, хавай. Забафайте его. Пристабав там дайте. Он сам по себе даст. Помазек не поел. Да, эти собрались, некую хуйню исполнить. Вилаша. Что там в варианте? Давай, заходи в диск. Слава, ты слышал? Таунтит в икон первый, второй я, ты третий. Уже выводи. Зеленого. Добиваем зеленого, переводим провод. С дебафами по меткам расчесали. Зеленого не плюешь, только в рыжего. Плевок, плевок по красному. Пельмени аккуратно. Что? Это еще откуда? Еще пельмени будут. Берегите. Пельмени. Колбы. Колбы, лужи. Рыжий появляется, иди плевай. Берегитесь. Эти пельмени. Мишки. Свич в рыжего.
Или менее по... А, смотрите, лужа полетит. Пельмень. Зеленый появляется. К кресту подбегите. Плевать надо в зеленого тоже. На перифазе в зеленого не плюешь. На обычной фазе плюешь. Пельмени. Там рыжий появляется. Готовился плевок. Бидон текает. Пельмени. Пельмени. Лужи полетели. Лужи пибы. Бидон, в следующий раз в колбы не беги. Лужи пибы. Топнули по профу зеленого. Пельмени. Убежали, убежали от пельмени. Возвращайтесь. Перевод. Подлагало что-то. Да, да, было. С дебафами рассосал. Зеленая в метку. Красного плюс. Быстрее рыжего добивать. Добили. Профа, играем в Адикон первый таунтиш. Адикон. Забери, забери, я прослакал, кто взял. Забирай, да. Че, потаунтить или надо? Я здесь, здесь, просто там залили. Так, Вадикон 3, да? 2 еще. Еще один могу взять. А, давай, забирай. 3. Заберите. Забери проф. Таунтить или не надо? Берегитесь. Хорошо, сейчас потом. Он рано забирает. Забери профа, ёп. Побайте. Хорош. Никто не упал. Сколько тебе, Глеб, осталось? 8. Амазек, когда таунтят, ты смотришь на цель, повесился дебаф, и тогда только забираешь обратно. Смотреть, у него ДБМ должен наносить, когда вешается дебаф.
Зайди в Гамазик, открой настройки ДБМ, а сейчас вот цитадель ледяной короны, все модельня, проф. И там есть третья фаза, третий этап. Сейчас скажу. Я, кстати, скинул из настройки и не показывал вам каст. Мутировавшая чума, две галочки ставишь, объявлять роль и объявлять количество стаков. Пиздец, Сэджу, давай быстрее жри там. Вечно голодный. Ну чё там танки? Танки, алло, заберите мобу. А как ДБМ открыть? Слэш ДБМ. У меня почему-то не хотел открыть. Обратный слэш. Или просто там, где мини-карта у тебя, найди значок ДБМ и левой клавишей мыши. У меня почему-то здесь тупо статистика записана, все. У тебя, да, наверное, может, да, вообще не работает. Ну, КДшки он мне показывает, а, ну, чё-то... Слава, лутера, да? Странно. Типа, сколько раз проходил КД лучшего боя? Ну, штанишки. Классные.
Ну, там 700 голды, а то и меньше. Я понимаю, багруха бы падала. Так, ну я на этих боссах в танках. Хамазек, давай в это, Бредрика. А кто на сферах? Угадай. Сами распределитесь, ёпта. СРД, да, так или иначе, на сферах. На полу сэджу в этого Лингрена. Каску бафните пороги. Давай, давай. Алаша, давай. Минус перепод. Дайте время только им огрудь набрать. Что там под на полу, Мурось? Там три на полу. Ну тут просто два чела, поэтому. Я закрою. Бам, на. Ну там, одержи. Плохой на пол. Вагра босса был. А, Вадикон, Рейса и Бича. Он тут тебя бил только что, человек. Разбафайте катку, лапку представьте. Алдара. Геро. Подкату. Там дайте сальву по инвизиблу и по мне, потому что сейчас Алдара мы посрываем. Инвизибл дал. Блять. Рядом с боссом еще одна воронка, сейчас раскидает, отойдите аккуратно. Мне на цели 3 секунды. Или с этой игра. Вихрь прям под килисетом. Милики, уйдите просто и все. Вы уже не сможете его убить. Вилаша подвинул. Смена цели 6 секунд. Бегите уже сюда. Дайте Геру. Ну давай, Геро. Бидон, дай Геро. Бидоновка. Сакру дам. Дал. Ршам Кверти, который новенький. Ты если сдох, никогда не покидай тело. Разбежали. Вархель, сокру. Сова сзади, квадратик. Вадикон. Что, подняли? Вы смотрите, у вас четверо. Вадиконы Иннер по Вархи. Мэтт Фокс Иннер по Беду. Наоборот.
Дальняя около килисета, около стенки падает. Падает. Крестик падает. Вихрь под боссом. Лисетая игра. Я луну поднимаю. А, все, она исчезла. Катрейся, Иннер Победон. Я пытаюсь. Сокру Вархель. Это что было? Кто-то микрофон удрачивает. Смотрите аккуратно, ядра не поубивайте, боишь. Ну не уешьте вы ядра, ну что такое? Леха, массакру. Вархиль готовился. Вархиль массакру. Всем ку. Я нужен? Да, Ванька, сейчас я скоро свалю уже. Давайте, добивайте. Телесет.
Катушка. Катушка, ну. Второй раскрыт. Осколочек. ГЦ. Сколько? 8 осталось? Чё, 7. И вот и радаш потом. Рома, хоть такие тапки, да? Да, хоть какие-то. Я на эти даже смотреть не буду. На них страшно смотреть, такая толпа, ебать, загрызут нахуй, затопчут. А так, слушай, а так даже поинтереснее, ману побольше, можно еще будет поподхиливать это. Мне вот больше интересно, упадет сегодня покруха или не упадет. Да, спекайся, гамазек в танк, Леха. Там есть кто по приору заберет. Какая наша. Каждый второй кастер. Да не особо, бей. Нет, а чё, 25 не хочешь циферки посмотреть? Да еще успею. Я думаю, Ваня, а ты, у тебя на шипе уже есть опять? Да. Да. Два? Да. Чё, как? Нормально. Я почитал, там же чё-то взрыв разума, да, опнутый? Да. Жаль, только ты с ним не играешь. Ванька, а че-то все равно поебал. Не-не-не-не, слышь, сейчас играю, сейчас играю. Все, уже играешь? Да, играешь? Да. Нормально. Да. Все, не подъебал. Я вчера в World PvP это шотал этим взрывом разум челиков 40 тысяч хп. Там вообще как, ну, как-то ротация меняется, нет? Ну, она типа переворачивается, и основные кнопки, у тебя пытка разума становится и взрыв разума. А дотки идут на второй план. Ага, ну то есть, типа, ты просто... А КД там такое же, да, на взрыв разума? Ну да, но талант есть у тебя на откат КД, но я его еще не качал. Он мне так уж нужен. Ванька, ну одного-то паладина не шотнул, да? Да, а когда у тебя 4 Т5 будет, там что вообще будет? Ну там еще бафуются дотки, по идее. От взрыва. Ну там будет, короче, у тебя стак... Стаки копиться и усиливаться от этого дотки, там вроде на 50% урон у них увеличивается. Что-то такое. Там крит дамаг на 150% на трех стаках. Хрень. Да, вот. Гляньте, что там? Там ты? Ванька, заходи. Я тут сижу. Гляньте, покинул. Шкаф.
РДД в первую очередь раскусан. Не пришел суп. Ну, типа, пришел, но я нажал принять и... Еще раз ткнись. А, ну, подожди. Варианте, может, не вылетел еще из инста? Призыв начать, ждите ответа. Кстати, когда... Да, наверное, Рианте. Хочу 2Т5. Смотреть, что там вообще такое. Но магов нет сегодня. Они Т5 собрали, им похуй. А вообще, ну, сильно бустят? Халфира, разбафайте. Я лапку, не каску. Вспомнил. МП5. Сумните еще раз. Прошел сум. Ну, типа, пришел, но не тэпнул. Вот теперь пришел. Каску пошел Фиру. О, рыбка пока есть. Ешь. Алэвинг. И каску. Кто там бафает? Бафните ему. Бидон вылетит. Бидон вылетит. Отойду на минуту тогда. Бидон здесь. Не успел. Ну-ка. А некромантия откуда падает? Гамазек, чисто просто стоишь там, торгуешь. Все под жоп. Где кон шалфира укусишь? Тень. Шалфир. Как там подвигать? Друид инвалид. Вадикон рейс. Разбафали его. Папку катку приставок. На первой взлетке Юля не зыбу. Я дам МА. Желание. Диспел. Катрисия Берни, желание. Ты чё, друид? Друид, ёб твою мать. Слышно было? Катрисию не кусать. Транквил, вы на...
Неукушенные, Викосифилис, Авелания, Холидринг, Лингрен, Керсур. Отошли, отошли. Там аккуратно, пятачок такой. Эрдру Иннер. Вику укушу. Масс сейв. Гиндал. Сейчас еще сейф нужен. Иннер в бидона. Вадикон давай. Я тоже, да. А Катрисия в архив. Раскусай. Геру. Беги, малышка, беги! Беги, малышка, беги! Повернуть? Давай, подумай. Как там подвиг? БТ, осколочек. Почему такие НС-ки в ПВП не работают? Он маленький. Там 4К всего. Отошел на минуту. Спасибо. Там охотница.
сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы Сибири! Я отвлеку ее на себя! Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней! Танки, алло. Заберите вас. Копье. Хан, забери копье, ты стоишь рядом. Хантик. Все, снесли. Снесли. Хан. Спасибо. Копье. Ну да, оно так и показывает. Я тоже видел, сова валяется, короче, пронзитая, но нету копья. Чековатно. Чё, кто с нами полетает? Друид инвалид? Я там, если что, спекнулся, тоже метку давай. Да, дроид инвалид полетает с вами. И Лаша, что там? Готово? Релок. Она релок. Леха, нажимай свою. Кого нажимать? Никитку. Чтобы больше лагало. Вилоня, ты же тоже полетишь в портал, да? Да, да. Похилишь, чтобы 2Т10 одеть? Тебя похилить? Шоки? А, да, да, да. Окей. Спасибо. Я еще не закитил, потому что я приеду. Ну все, все же. Прожимка сильная. Прожимка, да. Крестобаф, разбафайтесь им. Инту. Ага, у нас магов нет, ё-моё. Блять, Мэтт Фокс теперь. Ты куда? Сейчас, секунду. Скролл забагался, он не хилит. Они не увеличивает, приближает. Теодоны. Да, вы талисмен Синдры видели хоть раз? Это был? А? Ну, это Тринку? Да-да-да.
Да, видел, да. У меня у шамана видели? Есть. Владикон, Притон, Юля. Я здесь. Притон и Юля. И, кстати, больше она не падала. Я понял. Вот сколько мы уходим, короче, в Геру, ну, сколько я, допустим, был. Один раз упала, и все, больше не падал. Не, она дважды падала. Значит, меня не было в тот момент. А что, а кого мы ждем? Юля тут? Юля? Она, наверное, еще не прогрузилась просто. Нет. Так. Забегала. Владикон. Викосифилис. Да, здесь. Я здесь. Все, погнали. Гуляй, Юль. Юля слева, Гамазек справа. Сначала подавление, потом все остальное. Рома, по правой или по левой? По часовой. Окей. Okay. Я всегда только по часовой летаю. Так удобнее запомнилось. Ну да. Подавление. Свечка слева. Подавление. Печка справа. Подавление справа, но...
Подавление. Плач. А, сука, не повезло. Осколок. Говнище. Хоть осколок, блять. Слава, давай, пушку я погнал. Давайте удачи. Хилоскелаты, ноги, ступни. Говнище упало. Давайте закрывать и там трэш на соляре побить. О, распыл пошел, Костя ушел. Хе-хе. Имба. Спасибо. Давайте, дружи, в 6 хило будем. Я стоюсь тогда. Или? Окей. Хрен подойдешь, блядь. Да вообще стрёмно.
Я говорю, вот что это, может, Рианти, дай пати. Он же на замене сейчас сидит, а Костя ушел на слот свободный. Трэш вокруг соляры. Мы все с ним пойдем. Куда-куда? ЗС. Хысы. У тебя на Фрост есть шмотка? Да, пусть лучше в ДД будет. S129 Invisible. В конце. Чё сказать, это хуёво, что бежать. Сифилис вот нас уходит, мы будем здоровы. Ага. Вилайн, долго будешь ветер создавать? Это я создаю ветер? Я на пляже просто. Сори. Ну, тогда вопросов нет. Казочная Бали. А сейчас нормально? Окей. Хотелось бы.
Почему ты только решил? Там уже их 6. Два Эршама, два Хэппала. Эрдрух и Прист. ДЦ. Ну да, надо бы на его ДЦ. Ну я уже написал. Ага. Что-нибудь масло есть? Хорошо. А чё, реально сомонить будем? Ну, шкафчик. Иди. О, вот. А что произошло с этим Рогой? А, все, я вспомнил, что с ним произошло. Да-да-да, я вспомнил. Не забежал. Угу. Подделенного. Понял. Бафнуть тебя шамана. О. Погнали. Кому там сопротивление? Запустили.
Ну, а чем они это? У нас выбора нет. Освобожденку не лопайте. Не лопайте освобожденку. Она все равно лопнет, ее и стакать не надо. Беги, малышка, беги! Ух ты, блядь, зажали как. Отхил танк. Освобожденка на фазе глыб висит, это что за херня? Не знаю, должен слететь. Нет, вот висело. Шесть тел сейчас по глыбам играть не могли. Мразота. Музыки не будет. Ну, не дебаф, а где эти кулаки, каски? На последней фазе можно. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Ебать. Минус 3. Ну прям в глыбу пальнуло.
просто она с другой стороны глыбы кинула. Бля, вообще просто и не некоторые не успели добежать. Я вроде успел, а все равно хлопнул. Медарка тоже надо. Ну да, ты морды дышит. Фаза. Фаза отбежали. Ушли мили. Разбили. Притяжка будет. Не бить. Так уже прошла. Разбивать. Там Эвилаш хил. Кверта. В звезду вставай. Стаки не скинулись, быстро разбили. Это не разбиваем. Притяжка будет. Не разбиваем. Дайте ему кинь зубы, я не знаю, сейф какой. Вот. Ну а чё зубы не дали? Все, вайп. Давай. Пока бегут, отойду на минутку. Все тут.